Санкт-Петербурге может появиться улица имени Петра Егорова. Известный российский архитектор – наш земляк. Его работа имеет мировую славу. Глава региона Олег Николаев поддержал инициативу директора Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» Евгения Дмитриева и направил обращение к губернатору Северной столицы. Егоров Петр Егорович родился в 1731 году в Курмышском Ядринском уезде. Получив прекрасное профессиональное образование, он с головой ушел в архитектуру. В числе его самых знаменитых работ – церковь Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге, которая сейчас воссоздается, церковь Святой Екатерины в Эстонии. Шедевром мировой культуры признана ограда Летнего сада. В 2021 году республика отметит 290-летие со дня рождения Петра Егорова. Начнется этот марафон концертом благотворительным. Предполагается, что он будет проведен на площадке Театра оперы и балета 13 мая. Сразу после концерта предполагается в Национальном музее выставка, очень серьезная выставка, посвященная Петру Егорову. Вот здесь будут экспонироваться артефакты с разрушенного храма Рождества Христова на Песках. Кроме того, рассматриваем мы очень важный момент – это подготовка публикации книги. Сборник будет называться «Петр Егоров – наш современник». Участники, люди, исследователи, ученые, публицисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Эстонии и Чебоксар, разумеется. Увековечивание имени нашего земляка в Санкт-Петербурге – дань памяти поколений. Очень важно нам, ну, во-первых, помнить о таких людях, во-вторых, популяризировать и доводить информацию об их деятельности до ныне живущих людей. Если мы будем знать об этом, доводить до людей и гордиться этим, конечно же, я думаю, что таких талантливых людей еще будет больше, тех людей, которые родились, выросли в Чувашии. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика.